В каком году вышла первая ненецкая книга «Букварь»? Какой писатель имел псевдоним Пеле Пунов, а кого называли президентом Новой Земли? Сегодня на эти и другие вопросы об истории, культуре и природе нашего края отвечали десятки сельских и городских учеников. В Ненецком округе стартовала игра-конкурс по краеведению «Олененок». Результаты конкурса, который проводит Ненецкий краеведческий музей, пока неизвестны. Но уже понятно, игра «Олененок» вызвала огромный интерес у ребят. Например, только в 5-й школе проверить свои знания захотели 120 учеников. Среди них Ксения Веневская. В каком году был основан наш город? Когда был открыт краеведческий музей? И какие острова рядом находятся? Это были легкие вопросы. А интересуешься сама историей округа? Да, я интересуюсь, мне нравится. Я с мамой езжу на территорию Ненецкого заповедника, и там мы изучаем животных, которые обитают, и саму тундру. Ксении потребовалось всего 15 минут, чтобы ответить на все вопросы. Всего же время, которое отводится по регламенту игры, составляет 75 минут. За этот период нужно не только вспомнить известных ненецких личностей, писателей, политиков и художников, но перенестись на 88 лет назад, в период становления округа, и вспомнить самые важные его этапы. Чтобы стать призером и финалистом, нужно знать и географию округа, ненецкую культуру, флору и фауну и многое другое. 30 интересных вопросов для трех возрастных категорий подготовили сотрудники Ненецкого краеведческого музея. В течение октября они будут оценивать работы юных историков. А 4 ноября, в День народного единства, наградят знатоков победителей. Победители-призеры будут выявлены в каждой параллели, со 2 по 10 класс. Победители и призеры будут награждены, конечно, памятными призами. Да. Ну а все участники, абсолютно все участники не останутся без внимания, абсолютно все участники получат свои призы и сертификаты об участии. Кстати, в каждом сертификате будет указан и личный результат, достигнутый в конкурсе. Его смогут увидеть 600 учеников. Именно столько ребят приняли участие в краеведческой игре. Организаторы надеются, игра «Олененок» станет ежегодной и в следующем году сможет собрать более 1000 детей. Любовь Пермякова, Антон Выдряков, телеканал «Север».